Меня зовут Артём Оганесян, мне 7 лет, я живу в городе Москва. Один раз случилось, что я пошел летом на два целых день рождения. Сначала было у девочки под названием Вероника, а потом было у моего друга, его зовут тоже Артём. И мы там очень повеселились, но... В Вероникином день рождения мы шли в поезд, и там мы должны выбраться были. А на Артёмином день рождения мы прыгали на батутах, в шариках купались, собирали шарики. Еще была коробка, где мы должны были отгадывать либо живые существа, либо неживые. И... Мне попалась лизунка с пауками. А последнему мальчику попался кролик. И мы очень повеселились и тоже стали есть торт.